За семейный капитал с наступного года можно будет будовать жилье. Шмадетные семьи, которые имеют потребу поляпшения жилевых умов и стоять на отповедном улику, смогут дотерминово скористаться капиталом. Одна из причин, по которой они часто не сгаджаются на жилевое будовництво, отсутность сродков на погашение кредиту на так званые лишние метры. Зараз на этой мете можно будет тратить семейный капитал. Таким чином, колькость шмадетных семей, которые ранее не могли вырашить жилевые пытания, повинна снизиться. Летась для этой категории громадян побудовали амаль 1800 кватер. Сёлета свыше 2000. Столько ж плануют и в наступном годе. На сегодняшний день у нас с 5200 нуждающихся в улучшении жилищных условий улучшают жилищные условия 2600. 2700 не улучшают пока жилищные условия. По 1346 примерно отказываются. Цифры это меняются, она плавающая, потому что условия разные. Значит, остальные будут включены в следующем году желающих очень уже практически всех многодетных семей во всех районах опросили. Некоторых не устраивает район. Но я думаю, что одна из причин, самая главная, которая сегодня недостаток финансовых средств, она с 1 января должна решиться. Потому что вступит в силу указ 345, который в сентябре принят президентом, о разрешении использования семейного капитала досрочно. На початку 2020-го на Новоселами дома на Гомельской улице Оськина станет шмадетная семья Балдовских. Ольга дарыша не шакала, что от моменту постановки на улик до пропановы кватеры пройдет так мало часу. И она так само сподяется на семейный капитал. Кредитных сродков на весь кошт жилья не хопить. Предложили несколько вариантов. Ей был выбор, из чего выбрать. И мы выбрали этот дом наш, и потому что мы вообще сами живем в Новобелице, любим наш район, и поэтому предпочли, конечно же, остаться все же здесь, в собственном жилье, которое будет в этом же районе. Шматповерховки для шмадетных будуются у Гомелі и кожным райцентре. У сельской мясовости есть вариант полепшить жилевые умовы не только шляхом индивидуального будовництва, але и покупкой нерухомости на другосном рынку. Пропрацовывается питание и предоставление жилья с фонду коммунальной майомости. Шмадетные семьи сельских населенных пунктов могут удельничать в будовництве кватер у райцентрах. Подробный репортаж на эту тему глядите у программе «Новины тыдня» в неделю на телеканале «Беларусь-4».